Водитель с 50-летним дорожным стажем сбил пешехода на зебре в центре Хабаровска. Инцидент произошел утром четверга на перекрестке улиц Серышева и Запарина. 83-летний хабаровчанин Надай Хацумира вместе с родственницей ехал на дачу. Он только свернул с Запарина направо, как на капот машины свалился человек. Пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. До тротуара ему оставалось сделать два шага. Это был плотник, он работает в управляющей компании и шел по служебным делам. Во двор, где нужно было демонтировать конструкцию на детской площадке. Скорая помощь приехала уже через несколько минут, но за это время водитель успел предложить пострадавшему автомобильную аптечку. После осмотра пострадавший остался на месте ДТП специально для того, чтобы заявить автоинспекторам об отсутствии претензий. Ну как себя чувствуете, самое главное? Вроде нормально, нога маленькая, все, а так нормально. На работу шли? Да я претензий не имею, просто действительно, может, солнце засветило. Дачник был очень расстроен случившимся. Пенсионер корил себя за рассеянность и считал себя виноватым. Ну, ослепило солнце мне, по-видимому. Угу. Я невнимательно это посмотрел. Ну, куда же я денусь? Если человек шел на зеленый, а я это поворачивал и сбил его. Конечно, я признаю. Плотника пришли поддержать коллеги. Они убедили его взять отгул и посетить травмпункт. Пострадавший прихрамывал, но было понятно, что серьезных травм у него нет. Разбирательством этой аварии будет заниматься отдел дознания. С места происшествия Ольга Кушелева и Андрей Алферов.